Всем привет! Расскажу, как добраться до храма, найденного на Килисакая. Ну, наш путь начинается вот с этой развилки, в село Дачное и поворот на Солнечную долину. Поворачиваем направо, в сторону Коктебеля и Феодосии. И едем 3 километра. Едем 3 километра. Ну и тут я показываю быстро, на ускоренной, быстренько промчали. Так, вот он этот поворот. Указатели, поворот на виноградник, заходим. Путь начинается близко, прямо вот около второго столба вырублен проход. И по нему мы идем 5 минут. Я вам тоже это покажу довольно быстренько. Всего 5 минут прогулочным шагом, дышим свежим воздухом. Вот, можно свою собаку взять, она как сумасшедшая бегает. В принципе, с этой дороги уже никуда не свернуть, и в конце вы узреете этот храм, которые нашли в Судакском округе. Дальше загадка будет разгадана. Если видео это вам помогло, я надеюсь, вы нажмете пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Туда же можно и спасибо написать.